Так, там происходит запуск железной птицы большой белой. Чтобы не мешать, это экспериментальный полет. Первый полет. Собрана она, на шасси стоит. Вот, пошла. Надеюсь, видно. Нет, не видно, да. Опять потерял я фокус. Ну, взлетело. На меня заводите, я сниму с этой стороны. Бима, ты скажи. О, кукурузник, вот он уже солидно выглядит. Шасси, все как надо. Только я поймать не могу. На меня веди, Саш. Я тут. Сниму крупный план. Только чуть выше меня, чтоб не это. Так. Вижу. О! Отлично. Снято! Авиамодельный кружок Шишкина. Шикарно. Да, я понял. Пытаюсь поймать его визуально. Ой-ой-ой! А как это? Да что ж такое-то, а? Ну, елки-палки, как вот вообще? Ну, проход же был шикарный первый. Что-то одни катастрофы у меня. Из двух полетов. Крыло у него разложилось. Эх! Сейчас. Только не нырнуть в это. Не беги пока, не это. Сейчас снимем, как он лежит. Не трогай его, пожалуйста. Просто я сниму то, что от него. Если там... Вот он, хвост. Винт на месте. Так, ну... Крыло у него складное. Ну, все можно поднимать. Что-то еще скачало. Ну, если лопасть, тихо. Лопасть целая. О, винт целый. Так, вылетела рулежка. Выбила. Что-то еще выбило. Так, аккумулятор вылетел. Выломала. Ну, сейчас искать будем. Аккумулятор? Сейчас, с другой стороны покажи. Есть аккумулятор? Да, аккумулятор.